Доброе время суток. С вами Виктор Дулин, 27 мая 2015 года. И я положил здесь немало усилий, чтобы вот эти вот винтики, которые сейчас видите в тисочках, заржавевшие, вот снять с этой панели. Пришлось. Вот видите, как они тут, головки их уже отверткой раздолбаны. Пришлось болгаркой разрезать вот этот разъем. И вот с этой стороны уже захватываю маленькими тисками вот эту вот головку, которая шевелится, булочка. И с другой стороны вот эту гайку уже откручиваю плоскогубцами. Вот что значит не иметь под руками заготовки. Пришлось целый полчаса потратить для того, чтобы раскрутить и добыть вот эти несколько винтиков, которые мне нужны для ремонта велосипеда. Но ремонтирую я в данном случае вот отломившуюся вот эту часть. Ушко вот это от тормозного рычага, вот это ушко, сделал вот такие две стальные накладки, и теперь буду все это дело закреплять добытыми винтиками и гаечками. Здоровья вам, благополучия и вот таких же подсобных материалов для мелкого ремонта. Всего доброго.